мы опять в Чехии, в Праге, всей движухой. Прикол. Она такой. Ну вот мы возле самой красивой елки в Европе в сезоне 19-20. Прага, центральная площадь. Помнишь, мы, Артём, уже тут бывали? Да, это второй раз. Конечно же, Карлов мост. А тебе хлеб надо, чтобы на твою руку прилетело? Поднимайся сам. Попробуй. Так, что, и спинку почухать? Класс? Загадай желание. Самая узкая улица в Праге. В общем, понты для туристов. Вова, вот так, с внутренней стороны. А, тут вот ресторан. Просто ресторан. Чертовка. Опа, есть. Ну, наконец, кафедрал. Прикольно вечером тут, да? Прикольно.